В общем, болтала-болтала, не записалась. Это вода, которая в этих резервуарах и здесь. Каждое дерево выделяет 4 литра воды, конденсируется, потому что тут горы, мы на Мадейре. Все это по канализационным стокам сливается, собираются резервуары или вот птичек. Ой, без 10, ну еще есть время, без 10. 25 минут нам дали на обсмотр места. Сливаются вон водопады вдоль дорог, конденсационные стоки. Это все сливается, резервуары используются людьми для их нужд. Рыб выращивают и частично продают, частично в природу отпускают. Вот они тут здесь плавают. Форель — показатель чистоты. Когда по второму разу записываешь, уже не тот смак. Вот, видите, как много воды. 4 литра в день выделяет каждое дерево воды, конденсированной. Ой, какие деревья красивые. Какая тут природа роскошная. Рыбки здесь показывают чистоту воды. Это значит, даже можно пить ее. Сейчас покажу камелию, знак Шанель. Такое дерево. Очень красивое. Красивый остров. Тут еще как едешь, когда-нибудь палка торчит, например, да, вот так вот палка торчит из нее и окутана какой-то зеленой сеткой. Видимо, выращивают какие-то эндемики. Ой, трясется у меня все. Что у меня трясется? Так, надо сделать. Вот камелия. Вот она, камелия. Ну, что-то я понюхала, она не пахнет. Цветок Шанель. Там я вот хочу посмотреть. Тут у нас два автобуса. Друг за другом мы ездим. Это, наверное, фига какая-нибудь. Это рододендрон, наверное. Рододендрон. А на Гран-Канарии видели мы... Ой, а что там такое? Посмотреть. А, тут эндемиков показывают тоже каких-то. Тут в лес по грибы. Вот, и тут течет, и там течет. Здесь какая-то сторожка. Надеюсь. Какие-то, наверное, магазинчики. Бюро. О, папоротники, мама мия! Я в этом, в лесу динозавров, оторвалась от толпы, иду, смотрю, тут площадочка, еще время есть, о, сказали без 10 уже быть около автобуса, а я хочу посмотреть, что здесь, о. Ну что, ты даже свет включаешь, камера моя дорогая? Вот видите, я поднимаюсь наверх ото всех, оторвалась. Тут показывает, тут по-испански. По-английски написано. Видите, какая дорога. Курицы кричат. О! Нет ничего такого. Замечательного нет. Пока камеру остановлю. Продолжаем далее. В общем, я спускаюсь. Конечно, прекрасная поездка, прекрасный круиз, еда отличная. Познакомились с одной женщиной, ну, с Казахстана, немка. Говорит, она фанат круизов, везде ездила.
своими детишками ездит. Ну как детишки, внучками. Дети такие прям, внучки прекрасные. Но она фотокруиз, все круизы уже, все корабли Аиды знает. Коста с какими-то американскими компаниями. Ну, ей больше всего нравится с американцами. Во-первых, говорит, с ними веселей. Они не чопорные, с ними классно, весело. Ну, такой ментал к нам подходит, американский. Говорит, еда намного лучше. Вчера у нас была экскурсия за кулисами кухни. Нам только частично показали полтора часа. В итоге все равно более-менее мы ознакомились, как там с кухней, что да как. Фотографировать нельзя. Представляете, а мы на МСЦ там и фотографировали, и видео снимали. Тут нельзя. Не разрешают. Вот такие немцы чопорные. Все такое мхом поросло. А? Ты вас? Вельхе пончо? Понча. Окей. Какую-то пончо хочет попробовать. Ну вот она, говорит, Галина, была, говорит, на Мадейре, мы, говорит, так напились. Нас всего всем напоили, но, говорит, потом плохо было. Вот. Всякими винами разными, дегустации. То да сё. А, класс? Эти гуд? Гуд, зупа, класса. Мауса, главы, да, здесь за плац, здесь хабан фиумс резервир. Вали ви хабан гир. Биштель, некста мальви муснаузу махан. Эндемики. Gibt es hier Endemiken? Endemika? А, еще он сказал, что здесь и ландыши цветут в этих лесах. Но, естественно, мы сейчас не увидим, есть ли они там или нет. В общем, идили. Я буду. Сейчас я хочу то доделать фотографии. Вон она вот фотографирует. Я тоже хочу. Ой, как красиво. Ты фотографировала да, тут ручейки? Вы не умеете делать видео, фотографии, я знаю, у вас какие-то фотографии, клись-кось. Вам надо мастер-класс дать. Это, во, смотри, какие цветочки. Пета, да сосун зарабал мода. Ай, смотрите, какие цветочки. Красотень. А у меня что-то прям свет включился, не знаю почему. А, сам, наверное, автоматически. Ой. Да, да, да. Вон какие-то ириски тут, наверное, тоже. Во, но они не цветут. Мне вот эти цветочки нравятся. Красота. Кафешка. Вон народ уже селся, пьет. Ест. Он, наверное, здесь закончил. Вот такая трава, мурава.